вами. Да, надевай. Вот костюм, а там баллоны. Вот спасибо, так спасибо. А как же Федя, он же запретил. Ну, мало ли, я по знакомству достала. То есть как по знакомству? По блату, что ли? Тебе не все равно? Скажи спасибо, что вообще достала, понятно? Да. Тогда я лучше сам без акваланга. Ишь какой. В Москве все такие? Через одного. Ну ладно, общите. Мне Федор дал. Спишь, что ли? У тебя ж клюет. Большая, не иначе белуга. А? Мадемуазель, в этом костюме вы вылитая амазонка. Точно. Амазонка будущего. На том конце кто? Федор? Федор на работе. Не может быть. Еще никто никогда не видел его без ленты. Или вас без нее. А, я же говорил. Тут ничего нет, надо туда дальше. Хватит. На берег пойдем отдыхать. Да, наш Индия Крым. Точно. Позвольте полюбопытствовать, что вы ищете в этих прокладных струях? А, понимаю, вы ищете клад. Сокровища затонувших плавлей. В вашем возрасте это вполне естественно. А там за бугром чья палатка? Уж не твоя ли? Моя. Ну да, но ты отчаянный парень. А что такое? Да ничего, знающие люди этот распадок за версту обходят, а я за две. Пересекаю человеческой судьбой и города соединяя, соединяют нас порой. Бывает так, ты торопился, любил большой заглядью нас. Она добыла лишь тропинку, она добыла лишь тропинку, она добыла лишь тропинку. От сердца к сердцу протопать. Иди, когда дорогу строишь, от пункта А до пункта Б. Не просто дверь земную роешь, а ладишь путь в судьбе. Преодолеем мы пороги, отвесный профиль скал земных, и пусть проложат нас дороги, и пусть проложат нас дороги, и пусть проложат нас дороги, как мы откладываем. Привет. Давай скорее в лодку, за тобой сейчас приедут. Кто? Отец специально из Москвы. Отец специально из Москвы? Ага. Он здесь по делам, но за тобой тоже. Слушай, ты ничего не путаешь?
Ведь он же не знает, что я здесь. Знаешь? Да откуда? Я сообщила, я написала. Ой, ну давай же быстрее, сейчас приедут. Ну виновата, ну со зла, ну потом все скажешь. Ну давай быстрее, ну, а? Подожди ты, может это и к лучшему. Ты что? Хочешь уехать не совсем? Ну, здравствуй. Здравствуй. Красиво здесь. Ну, как живешь? Как видишь. Да. Хорошо клюет? Нормально. Вялишь, паришь. Жаришь? Когда как? Не готовы еще. Ладно, хватит. Собирайся, а то на самолет опоздаем. Я никуда не поеду. Пойми, Вениамин, все это несерьезно. Блажь, детская блажь, которая может искалечить тебе жизнь. Почему блажь? И почему обязательно искалечить? Ну что, бульдозер, твоя конечная цель? Художник, это, конечно, здорово. Но ты же первый говорил, что у меня нет таланта. Я этого не говорю. Тебя волнует мое будущее или то, что в твоем институте узнают, что я обыкновенный бульдозерист? У тебя совесть есть. Да, мать, подумай. Видел бы ты, что с ней творилось, когда ты исчез в неизвестном направлении. Бульдозерист. Эх, Венька, какой ты в сущности еще мальчишка. Это что, твои друзья? Да. Очень приятно. Привет. Я отец Вениамина. Федор. Здравствуйте. Аня. Саня. Здравствуйте. Можно тебя минуть? Извините. Так значит, не едешь. Эту сумку прислала мама. Она так знала, что ты никуда не поедешь. Передай мне. Я уже давно написала, никак не мог отправить. И скажи, что я не очень люблю. Она тебя тоже. Ну, до вечера. У меня кое-какие дела. Черт, ну ты и прав. Счастливо, ребята. До свидания. Счастливо. Володя, заводи, поехали. Ну, кажется, пора это домой. Девчонки, поехали. Давайте собираться. Акваланг я заберу. Заправлю. Анна повезет. Правильная в тебе закваска. Я, честно говоря, думал, встретишь. А к нам, водолазу, не хочешь податься? Нравится? Кто?
Вон, Винька, справится. Все равно он здесь не заживется. В свою Москву уедет. Нет, не уедет. А ты откуда знаешь? Знаю. Ну, бывай здоров. Завтра у меня дежурство. Послезавтра приеду, продукты привезу. Ага, спасибо. Я тоже на днях загляну. Ну, пока. До свидания. Счастливо. До свидания. Приезжайте. Поедешь сегодня? Куда? Ну? Кому к нему? К Веньке? Собираюсь. И что? Он просил меня продукты принести, он ждет. Ну? Тебя просил? Ты вези. Мне обязательно в тайгу надо, я не могу. Ничего, подождет. Ну? Как знаешь. Порядок. Ну, тебя теперь оглобли не убьешь. Как же вас угораздило, юноша. Еще бы чуть-чуть, и, как сказано у классика, тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца. Спасибо, пустяки. На нашем месте так поступил бы каждый. Вася. Ну, ты, ой, давай, давай. Отрава! Слушай, это зимой. Это виски в чистейшем виде. И алкоголь не всегда яд, а иногда лекарство. Точно. Так что же вы все-таки ищете там, в этих мрачных стремнениях? Я нашел. Что, Клад? Нашел? Я все-таки не понимаю. Ну, извлечете вы ваш бульдозер из небытия. А дальше что? Приведу в порядок и начну работать. Рисковать жизнью ради ржавого железа? Простите, я все время забываю о вашем возрасте.
когда мне было столько же лет, сколько вам, мне тоже снились по ночам розовые сны. Правда, теперь уже не помню, о чем. Белых вечеров, Бог. Солнце садится. Уезжайте. Да, к сожалению. К сожалению. Хотите с нами? Я не могу. Тебе мало приключений? Хватает. Просто хочу охот инспектора дождаться. Я на одну подозрительную избушку наткнулся. Ей показать нужно. А может, все-таки с нами? Спасибо, нет. А ты еще ничего такого не замечал? Замечал. Тут один браконьер идиот, и тебя мандат выявил. Действительно, идиот. Да, а я тебе говорил. Зря не верил. Тут нечисто. Не страшно, расчистил. Рисковый, конечно. Только вы пока молчите об этих делах, ладно? Мы не делим. Всех благ. А ну-ка выходи! Что в прятки играешь? Давно в лоб не получил. Сейчас дам. Ах ты идиот! Веня? Веня? Спишь? Проснись. Спишь? А? Кто это? Это я, Клава. Ты заболел, да? Заболел? Я, кажется, отравился. Отравился? Ты заболел? У тебя температура? Я бы сейчас горячим чаем. Чаем побольше. Чаем сейчас. Ты только лежи же, не вставай. Я сейчас лежи. Ну, как тебе? Легче? Вроде бы. Чем же ты отравился? Консервами? Да нет. По-моему, лекарство. Каким? А черт его знает. Хламу на одни напоим. Вова с Васькой? Это не важно. Клава. Слушай, как же ты отсюда выберешься ночью? Никуда я отсюда не уеду. Как же? Тебе же завтра на работу надо. Успею. Ты не бойся, не опоздай. Но если ты гонишь... Да нет, нет, Клава, что ты? Огромное тебе спасибо за то, что ты приехала. А то тут в лесу как-то одному. Вот это... Ложись в спальный мешок. Вот, пропотеешь, и завтра как новенький проснешься. Ты на меня не сердишься? За что? За то, что он кричал на тебя тогда, Ваня, родителям твоим сообщил. Да нет, все правильно. Я виноват перед ними. Ты знаешь, завидую я себе.
Ты в Москве родился, это же прекрасно. А я ее только по телеку видел. Понимаешь? Ну ладно, хочешь? Я тебе свой тайну открою. Ты поймешь, ты не будешь смеяться. Я с самого детства мечтала быть балериной. Ну и что? Нам еще ничего не поздно. Какие наши годы? Правда? Конечно. Небось, думаешь, я только в машинистке гожусь? Нет уж. Я теперь хочу на физфак поступать. В МГУ. Обязательно поступлю, выказать. Я занимаюсь почти каждый день. У меня и программа есть. Обидно, конечно, будет, если провалюсь. Из всех на свете мной есть лишь одна, которой нет и нет возможности. Из вечной любви и вечной весна, с которым ветки играют в прятки. Ой, прячется она, ее судьба. Но если ей пришел черед, то как бы ей глаза не завязали, она всегда и всюду нас найдет. Бедная любовь, песенка простая, потаенный луч, сердце передой, мечтанная негода, но я правда. Я люблю любовь. И вот она нашла и нас с тобой. Вот его прикосновение, как будто кто-то в дверь. Останови прекрасное мгновение. Не трость была звезда у дальнего пучка, не точила вечный путь волна. В котором ты одна отражена. Бедная любовь, песенка простая, потаенный луч, сердце перегон, данная негоданная тайна. Я люблю, я люблю. Готов? Готов. Давай. Так, спуск. Пройди помалу. Осторожно. Осторожно. Хорошо. Так. Стоп. Посмотри, посмотрите. Как видимость. Не спеши. Так. Эй. Еще чуть. Нашел? Стоп. Нашел. А. Ключ на 16. Ключ. Отвертка. Отвертка. Стыковка есть. В пределах нормы. Ключ на 12. Ключ. Нет.
салфетку. Ба, это все из-за Веньки. Если бы он тогда не залез в нашу баню, мы не потеряли столько времени. Это все несчастье из-за него. Кажется, все. Можно пускать. Готовность? Есть готовность. Контакт! Есть контакт! Градус есть? Страшная тяжесть. Спокойно, Федор. Дай мне. Хорошо. Проветривай скафандр. Нашел. Так. Ну что тебе сказать? Трудно, что ли? Осмотрись. Подъем. Подъем. Так. Осторожно. Так. Шланг держи. Осторожно. Ну, все в порядке. Чего в порядке? Машина в полной исправности. Вот сейчас заводи, только Валерий остался, радиатор заводи. Да, что-то в этом продукте хилый. Как вот наплакал. Даже на выпивку. Вот. После бритья потереться и то не хватит. Ничего, Вася, Москва тоже не сразу строилась. Зато качество у нас полное, живет. А количество? Боб, может, сменить режим работы? Прибавим обороты. Тару давай. Риски. Это же уиски! Что за клапана случилось? Ерунда. И чего? Теперь мы им сухой закон немножечко подмочим. Они все пожалеют, что мы... Слышь? Ложись, пошел! Голова. Голова всегда была вашим самым слабым местом, Вася. Я, между прочим, все свои трудовые сбережения в твою фирму зажил. Почтеннейший компаньон, я же не напоминаю вам о фиаско вашей гениальной идеи отлова андатра рыболовными сетями. Молчите, пушной король. Что ли? Виноват того, что она в мои сети не лезла, эта проклятая андатра. Может, ее вообще нет? Куда же она подевалась? Не знаю. Может, вымерла. Так и знал, что что-нибудь обязательно произойдет. Такой план рухнул. Это все Винка, Игнат. Винка. Ну, конечно, как он появился, у нас все на крепкость пошло. Срочно все унести и прибраться. Па. Фирма временно прекращает свою деятельность.
Дурак, ну дурак. Какой же я все-таки осел. Откройте меня, пожалуйста. Тут меня кто-то запер. Спокойно, Ихтиандр. Так это вы меня заперли? Я. Ну зачем? Вы чрезмерно любознательны, мой юный друг. Я вынужден несколько охладить ваш пыл. Я мог бы доставить вам массу неприятностей. Но, как видите, вполне деликатно. Значит, вы с самого начала? Вот именно. С самого начала и, по-видимому, до самого конца. Так-так. Я понял вас, Венин. Сразу же. Вы не из робкого десятка, и на испуг вас не взять. Я был уверен, что вы примете вызов, и вы его приняли. Но ничего. Вы тоже попадетесь, и надолго. Да, вполне возможно. Но пока что попались вы. Значит, все это была игра. Но какая, мой догадливый друг? Ну, кто мог заподозрить двух жалких бездельников, крупнейших промысловиков и производителей виски? А вы не боитесь моих показаний, рассказывая мне такие подробности? Вам нечего показывать, Веня. Тем более, что я вам ничего не рассказал. И свидетелей нет. Всего хорошего, мой юный друг. Желаю всего лучшего. Да, кстати, не советую бросаться с палкой на того, кто откроет вашу темницу. Тем более, что им может оказаться ваш хороший знакомый. Всего доброго. Как и видишь. Поймали их. Все. Где они? На берегу. Ты чего, что сидишь? Бежим скорее. Угу. Недолго музыка играла, а? Ну что, Криша, напрыгались. Нашли с кем воевать, пацаны. Поехали. Не надо, братцы. Ну, что хотите, делайте, только законы не сдавайте. Даже их теперь в милицию. Куда же еще? Больше некуда. Я один без акваланга нырял. В сетях запутаться. Намертво. Уже сознание потерял, они меня вытащили. Точно, точно. К делу, которое пытаются нам пришить, это никакого отношения не имеет. А, кстати, у вас улик нет. Одна ваша самодеятельность. Ну, ладно, хватит. Надоем. Действительно надоем. А ну давайте в лодку. А сегодня тоже их рук дело. Не ставили, никто не попадал бы.
называли? Ага. Проходи. Садись. Ну, рассказывай. О чем? О том, что вы там на реке занимаетесь, мальчишкой этим, сидели. О, послал его Господь, надо его. Дошка, парень не вредный, даже очень. Вот думаю, вас попросить, чтобы вы его взяли в колонну. В мою бригаду. С лесарем хоть сейчас. Машину доверить не имею права. Ну, а если под мою ответственность? Ты... Извини, Александр. Тут на 500 верст кругом всего одна ответственность. И та моя. Это я тебе говорю. Да. Ничего подобного. Можно управление запросить. И разрешат. Не все такие. Не по чину речь. А ну, закрой дверь. Подумаешь? Ну? Ну, так как, Яков Иванович? Подумать стоит. Я везде говорить не буду. Не Гош. А тебе Гош? Гош. А не попадем мы с ним в историю? Не думаю. Нынче охотников в историю попасть куда как много. Затолкают. Юморист. Сэм, а ты злой? Злой. Не верю. Почему? Да потому что вас добрых, сверх всякой нормы развелось. Вот этих двоих пожалел, воздал, так сказать, добрым за зло. А ведь это твое добро все равно злом обернется. Не нам-то другим. Вот и выходит, что это с одной стороны добро, а с другой зло, порождаемое безнаказанностью. Почему мы должны нянчиться с подобными типами? Ты не думал о том, что наше добродушие, может, и привело их на путь преступления? Пусть теперь посидят и хорошенько подумают. Зло должно быть наказано, чтобы другим неповадно было. Правильно, конечно. Ничего не но. Я бы еще таких разгильдяев на площадях развешивал. Да не волнуйся, вставляй. Фамилию бы указывал и подробное описание их художеств. Этим, конечно, сразу не поможет, но вдруг бы хоть в одном из них совесть проснулась. В десятом другой таких портретов все бы задумались. А ты куда? Им самим за дело позор. А как же семья, дети? В этом-то и смысл. Крестить-то тяжелее перед своими. Брось ты их жалеть. Виноваты, баста, пусть отвечают. В общем-то, ты прав, Александр. Но, по-моему, одной силы человека честно, а тем более счастливым не сделаешь. Да ладно, я этих проповедей наслышался. Ушам звонит. Спать пойду. Зря ты тут, Саша. Запомни, парень, все зло на земле без ответственности и без наказанности. А средство против этого одно — нетерпимость. Не то слово. Да, хорош. Я слышал, ваш отряд дальше идет, вниз по реке. Думаем, завтра сниматься. Босс там закладывает, железнодорожник. 5 пролетов, сонной работы, то да сё. Ну, а без нас, сам понимаешь. Водолазы на расходе. Профессия дефицитная. За что не хватись? Все это вы. Да, такие, брат, пироги. Чего думать, поступай к нам. Интересная работа. Само собой. О чем тебе и толкую? Давай, решайся. Заработком не обидим. Спасибо, Федор. А только я решил на бульдозе. Да и к бригаде привык. Расставаться будет жалко. Так что извините. Нам пора. Тогда бывал. Давай, до встречи. Счастливо. Пока.
Вот. Жаль только бульдозер так и не подняли. А в остальном я доволен. С меня ящик кефира. Так у нас же сухой закон. Я и говорю. Ну, погоди, не суетись мы сейчас. Давай по одному. Аня? Леня! Ты тебе где вы? Давай. Леня, здравствуй. Здравствуй, Леня. Ну да, попробую. Еще тебя вытаскивай. Китара, давай, давай. Давайте еще. Там правда, ну, мне не обязательно. Кастрюля, сейчас, сейчас. Ведро, ведро, ведро. Как вас долго не было? Недолго. Два дня. Разве? Два дня. Я сказала, не трогайте, как вы там говорите. Вот так. Сумеется. Это герой. Мужики, значит так, снимать все, что снимается на вазу. Там переберем и отладим. А сейчас давайте керосин, брезент, все давайте, давайте. Саня, скажи честно, не верил, что со мной? Виноват, Будрик. Фу. Ну что, кончай ночевать. Пойдем ребятам поможем. Девочки, ужин за нами, на всех. Ты за тобой? Нет, Клава, ты чисти картошку, а ты за водой иди. Мы кормим всех. Разгорелся закат от костер, как пылает. Молчаливый ведет разговор, что мужская. Тишина над закатным огнем. Мы молча друг друга поймем, если мы дружны. Давай помолчи, дружи с тобой. То, что зовем мы дружбой мужской, а то почему пусть ты любишь всех. Тратила бы жизнь вкусный цвет. Мы затейливы сказом с тобой, не доверяя. Отличалась всегда простотой дружба мужская. Мы разделим покорный приют, если нужен. И прикроем друг друга в бою, если мы дружим. Давай помолчи, дружи с тобой, о том, что зовем мы дружбой мужской. О том, что пусть ты влюбились, хватило бы жизни. Разгорелся закатным костер. Устала? Что это было? Не скучно? А на всю жизнь веселья все равно не наберется. Из-за него что-то сделал. Я тоже нет. Но теперь одна справишься? Да. А ты? Домой пора, поздно уже. Не уходи. Не надо.
мне лучше знать. Ой, хорошо такая. А что хорошо? А все. И бригада вроде подобралась на счету. Ну, а ты как считаешь, Вениамин? Рано ему считать. У бригады, это, надо сказать, Вениамин, тысячи верст таежных за спиной. А мостов построено больше, чем ты лет на свете прожил. Так кто? Завелся. Ему по должности поможет. Завелся, потому что хочу, чтобы чувствовал. Я ее и так чувствую, бригаду. Александр, зайди. Ну, как дела, бригадир? Готова бригада? Всегда готова. Завтра общее собрание, поговорим и двинете. Ну, еще как двинем. Да, сегодня установил вечером прощальный бал. Шампанское, деликатесы уже достали. Помары, надеюсь, свежие. О, нулем обойдешься. Слушай, ты все еще возишься со своим сидельником? Ну, почему это со своим? Он не чей. Сам в себе. И так не бывает. Все люди чьи-то. При месте, при деле. А вот он как раз. Сам виноват. Шел бы с весарем, и место было бы идти. Кажется, уже есть. Что? Слышите? Угу. Ну-ка. Опять твои фокусы? Наши фокусы. Сейчас помню. Подожди меня здесь. Бульдозер? Где? Ну вот. Не вижу. Как это не видеть? Мы его с одной руки достали, с ребятами отремонтировали. Вот. Нет, такой. Не существует. Поговорка такая есть. Был достой. Списан. Можешь понять. И взять его на балансе я не имею права. Ну, опять не имеете права. Да вы вообще какие-нибудь права имеете? Никаких, кроме тех, которые мне даны по должности. 18 сравняется, приезжай на своем бульдозере. Так и быть, возьму. Я и так с вами поеду. У меня бульдозер есть и права есть. По горючке нет. А у меня ее только на свои машины хватает. И то вопрос. Сидельников. Пошли. Поговорить. О чем? Поищи. Пойдем. И, кстати, фары надо поставить. Знаю я. Заходи. Ты погоди. Пойдем. Спасибо тебе, Вениамин. Большое спасибо. За что? Сам знаешь, бульдозер достал. Фамилию свою не посрамил. Садись. Дело прошлое. Поверил я тебе сразу, но до конца боялся разочароваться. Я думал, у тебя это не серьезно. Так что ты не сердись. Ну, а теперь готовься к отъезду. Приказом по колонии ты будешь зачислен в бригаду Александра с сегодняшнего числа. А не имеете права, что... Сами же говорили, пока 18 не сравняется. Дублером. Будешь на подхвате, и все, без возражений. Я сам когда-то так начинал. А бульдозер твой от прихода, как восстановленный из металлолома. Это что же, опять ждать? Не все сразу. Ты знаешь, что отличает взрослого человека от пацана? Самостоятельность. Когда человек сам стоять может на своих ногах, без посторонних.
Но я же не беспосторонний. Хорошо, что ты это понимаешь. Запомни на всю жизнь. Самый главный твой помощник – это ты сам. Это я тебе говорю. Ну, иди, скоро бал начнется. Разрешите? Я сейчас. Не приглашай меня больше, Венечка. И вообще, тебе ведь Анна нравится. Между прочим, я давно это вижу. Что? Что слышишь? Не притворяйся, это давно уже все заметили. Добрый вечер. А, бульдозерист. Давай шампанское за счастливый пир. Извините, пожалуйста. Нехорошо как-то получается. Аня, можно мне с вами поговорить? Почему нельзя? Говори. Не здесь. Федя, поймите меня правильно. Что ж, не поймите. Пойдем. Ничего, все у вас образуется. Но на него, если можешь, не садись. Ты знаешь, есть такие, которым только своего не упустить. И немало. А он... Зато в нем мужик прорезается. Настоящий. А ведь это большая редкость по нынешним временам. Понимаете, я себя так глупо вел. Потому что вы похожи на мою любимую японскую певицу. Что ж ты раньше молчал? Это все уже думали? И Федя злился. Аня, ты не сердишься. Не в этом дело. И Клава измучилась. И чего измучилась? Ну как же? Я же все... Я понимаю, сейчас. Пойди к ней. Только не выдавай меня, пожалуйста, хорошо? Так, а это болван. Пойдем. Нас ждут. Не пойдем. Объяснишь ей. Она поймет. Она же любит тебя. Ну да? Чего ты? Стоишь один, скучаешь. Посиди, поговори. Какая я была красивая. Хорошую девушку обидел. Случается, Илья. Ну, распомнились, понятно? Так как? А мужские? Не нравится? Многие девчонки говорят. Нравится?
нравится, так скажет, голову себе заморочит. Певица эстрадная. Бокс, гирики. Зачем? Нет, как раз и плохо. А то один раз на твою связь посмотреть, точно один из всего такого даже тебе не отбрасывает. Потому что? Дело то, как выяснилось, я ничего не знаю. А все ли одни идиоты знают? И то про других. И ты тоже хорошо. Привет, привет. Здравствуйте. О, вот он, Сергей. Добрый день. Здорово. Венечка. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй, Венечка. Поздравляем тебя с днем рождения. Так вы знаете. К нам рассказала. Спасибо большое. Я вам давно хотел сказать. Спасибо вам огромное за все. До свидания. Ну, скоро опять увидимся. Одними дорогами ходим. Ух ты, провели старика. А машина! До свидания. Ну-ка, подержи. Есть маленькая. Ну всего ничего, не пошевелись. Наш министр тоже с бульдозера начинал. Дело перспективное. Пога. Я думаю, что это он. Зина, подходит на курсы. И... Ну, кстати, извини, мои дорогие, а где же Венечка? Увы, он что, еще не вернулся из своей Одиссеи? Я вчера такую ему устроила заблудку по телефону, что он обязательно вернется. Обязательно вернется. Ой, у меня там кипит. Я пока включу телевизор, чтобы вам было не скучно. Милая женщина. Прелесть. На хозяйство и лечение посадимого ими объекта молодые рабочие отбывая выступили с инициативой объявить горно-оборонительный комплекс всесоюзный ударный комсомольский строй и провести его в эксплуатацию на полгода раньше срока. Весомый вклад в выполнение напряженных обязательств строителей вносит комсомольство молодежная бригада Александра Малышева, которая трудится над сооружением второй очереди подъездных путей к дороге. Мы взяли интервью у самого молодого члена бригады, бульдозериста Вениамина Сидельникова, который недавно стал победителем от последнего конкурса на звание лучшего подъездника. Расскажите нам, пожалуйста, о ваших дальнейших планах. Планы у меня такие же, как у нашей бригады. Закончить строительство трассы на полгода раньше срока. А как дальше увидим? Катастрофа. Да, Федин. Что? Ты с Катфин? По какой программе?
хотелось бы вам попробовать поступить в институт. Пока нет. В общем, зачем же я тогда на эту стройку приехал? Себя проверить, верно ли я хочу выбрать профессию. Потом, наверное, буду поступать в Московский автодорожный институт. Его мой отец кончил. Юность нам дается в нас, а это значит, береги минуты и теряй их зря. Беспокойных сердцем ждет удача. Поднимая, ребята, якоря, мы рождены для дел больших, а не для пустяков. И нет у сердца выходных от гулок, от песков. И нет у сердца выходных от гулок, от песков. Мы рождены для дел больших, а не для пустяков. И век такой короткий, надо торопиться. А не то мгновенье обернется год. Всем известно, что вода, как говорится, под лежащий камень не течет. Мы рождены для дел больших, а не для пустяков. И нет у сердца выходных от гулок, от песков. И нет у сердца выходных от гулок, от песков. Мы рождены для дел больших, а не для пустяков.